Что там, рентген, что ли? Твою-то дивизию. Куда я попал опять? Это место вполне реальным выглядит, сказал он. Я бы с ним... Долбаные птицы, вы что делаете? О-о-о, не надо. Ну а теперь-то что? Да офигеть просто. Я уже не... Выпустите меня отсюда. Вот такие-то игры. Они именно... Ой, я забыл, что хотел сказать. Я маленько напуган. Но здесь скорее вот такого вот именно страха нет, как в том же Слендере. Здесь ощущение чего-то надвигающегося. Ощущение тайны какой-то. Мне почему-то кажется, что нам сюда. Там кто-то ходит? Вполне возможно. Да мы пришли туда же, откуда и... Сердцем. Отдышись маленько, братин. Вот это вроде дорога правильная, да? Офигеть. Да. Куда-то мы в итоге прибыли. Но куда? Мне бы понять, конечно, где мы находимся. Понятно, что в каком-то именно вот загробном мире, если можно так назвать. В темном месте, между жизнью и смертью, в общем. Но... Ой-ой-ой. Так, это плохо. Пытаются спасти. Ну давайте уже вытяните. Ой, 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 ой. Валим, валим. Уходим. Я ничего не хочу. Не останавливаемся, бежим. Там что-то плохое движется. Это смерть, похоже. Смогу я убежать от смерти, нет? Она за мной идет, я слышу ее. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, твою мать. О-о-о-о. Ой-ой-ой. Ну что ж ты выдохся-то так быстро, а? Я не знаю, почему во всех этих играх персонажи... Ой-о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 й. Персонажи настолько хлюпики. Ой-ой-ой-ой-ой. Что же сделать-то?
Уйди. Уйдите от меня, ну. Откройте дверь, откройте дверь. Ой, блин, это нехорошо было. Вот это было страшно. После всего того, что происходило, было размеренно так и достаточно тягомотно. Это меня просто вывело из равновесия. Ну и нафиг. Да, блин, уйдите от меня, пожалуйста, я уже... Тихо, 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 тихо. Пульс пошел. Слышите? Датчик сердцебиения, говорит, здесь. Похоже, это все дно. Ниже некуда. Мое сердце. Это было мое сердце. Неужто не спасли? Что происходит вообще? Я не понимаю. Блин, спасите его кто-нибудь. Давай, братюнь, давай. Опять вы. Я пройду. Я выживу. Ах, как плохо. Черт. If some fucking asshole with a camera doesn't jump out of a corner right now, screaming you're on candid camera, then there's only one other possibility. I'm dead. Если, говорит, из-за угла сейчас не выпрыгнет парень с камеры, не скажет, вас снимают скрытой камеры, то тут только одно объяснение. Я умер. Что же я тут делаю-то? Надо как-нибудь что-нибудь сделать. Я не знаю, нельзя тут оставаться. Нет, ребят, это просто великолепно. Это вот одна из немногих игр, которые могу сказать именно на уровне D-Raster, которая мне очень понравилась. Короче говоря, единственное, что в D-Raster все было не настолько очевидно, но здесь с самого начала было понятно, что наш герой умирает. Но тем не менее, насколько это все круто сделано, согласитесь, именно по задумке и по исполнению. Где-то эти тени. Нам нужно, похоже, вот к этому кабелю, что ли, или что это? Та ли это дорога? Верный ли это путь? Слушайте, а я тут не был только что? Может, я хожу кругами опять? Куда-то вот сюда.
Нет, это нам ничего не дает. Откуда эти удары вообще идут? Я в очередном лабиринте. Я что, тут так и буду вечно шагать туда-сюда? Не так, долбаные птицы, воронье. Может, мне все-таки к этому кабелю, но я не вижу никакого пути подхода к нему. Мы же там прошли прям рядом. Я заблудился. Выхода не вижу. Нет, ну вон же там и выход какой-то. Но как туда попасть? Пойдемте еще раз в ту сторону. Здесь, как вы видите, есть какие-то переходы поверху. Значит, где-то можно подняться. Ищем подъем. Давайте тогда пойдем туда. Там, видимо, где-нибудь лестница есть подальше. И мы сможем по ней подняться и пройти туда. Потому что мне почему-то казалось, что мой путь, он верный. О, как я заблудился. По крайней мере, здесь я не выдыхаюсь. Хотя из чего бы, да? Я же на том свете. Черт, как же подняться-то? Вот они, все эти подъемы, но именно какую-то лестницу или что-то в этом духе. Что же, как же? Высоты запрыгнуть на что-либо мне, конечно же, не хватит. Высоты моего прыжка, я имею в виду. Поэтому давайте будем искать место. Пока что у нас все упирается именно в это. Хоть какая-то бы подсказка была. Когда я смотрю наверх, меня просто слепит. Я хожу кругами. При этом местами еще почему-то напоминает The Journey. Самые темные места этой игры. Видимо, из-за песка, скорее всего. Так, ну-ка. Отлично. Вот оно. То, что мы искали. Не, ну эти пейзажи, конечно, просто... Так, надо поспешить. Просто убивают. Давай. Ох, хорошо. Неужто мы добрались? Только не говорите мне, пожалуйста, что это все понизу можно было пройти. Похоже на то. Мы там искали подъем. Ладно, что ж поделать. Какая в игре музыка отличная, да? Ну, то есть, эта музыка назвать сложной, это эмбиент, то есть, окружение. Но плюс 100 очков к атмосфере.
Что это за длинный коридор? Вот-вот. Отлично, говорит. Длинный коридор с лучом света в конце. Неужто все-таки не спасли? Да, не спасли, похоже. Сердце остановилось. Сейчас наш персонаж в состоянии клинической смерти, как минимум. Как ярко. Побежали уже. Да не может быть. Мы летим. Это врата в рай. Спасут. Да спасают. Полная темнота. Конец. Время смерти 19:59. Это если что. Столько у меня сейчас времени. Ты должен сопротивляться, написано. Попытайся поиграть следующей ночью. Ну, что я могу сказать? По-моему, это было просто гениально. Я очень редко получаю такое удовольствие от хорроров. Это именно хоррор, несомненно. Но при этом это нечто большее, как Эдди Рестер. Это философская притча, именно показывающая нам, что вообще стоит, ну, в представлении автора, конечно, за гранью жизни и смерти. Сделано все было очень круто, именно в плане внимания к деталям. Было видно, что человек вложил душу. И я надеюсь, что люди, если здесь есть какие-то другие варианты с развития событий... Судя по всему, получается, мы умерли и даже в рай не попали. Это что, плохая концовка? Вроде я все делал правильно, не знаю, может, я долго валандал все только. Но если есть другие варианты развития событий, вы их, пожалуйста, пришлите мне видеоответом. То есть к этому видео... Я буду очень благодарен, и зрители, я думаю, тоже. В целом же, надеюсь, вам понравилось. По-моему, это было просто шикарно. Увидимся в следующих хоррорах. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.